Загрузка. Все, пошло. О, наконец-то. Стоп. Погодите. Уведомление. Нет записи, сообщение. Фак. Блин, погодите. Сейчас, ребят, сейчас, погодите. Я смотрю, уведомление пришло. Библиотека. А, это вот такой стрим идет. Давайте мы зайдем до Димы. Дима. Уви. Сейчас, ребят. Уведомление пришло. Дима. Как делать уведомления? Пожалуйста, скажите. Сейчас, ребят, оверули. Что? Так, понятно. Ой. Почему так все сложно поделиться? Вот. Все. Ребят, сейчас. Дима, ты стыдно. Сейчас скажу. Международский. Так, все понятно, ребят. Сейчас погодите, мне надо зайти. Ладно. Ребята, сейчас. Он думает, что сейчас зайдет. О! Дима, Дим! Дим, ты меня слышишь? Дим, ты, тебя смотри. Тебя сейчас не слышно. Что с микрофоном? Что с микрофоном? Скажи, Паже. Скажи, что с микрофоном у тебя? Просто тебя не слышно на стриме. Дим, давай сейчас один на один сыграем. Реально, короче, погоди. У тебя не было, тебя не, ну, слышно не было на твоем стриме. Что это такое, а? Скажите мне, пожалуйста. И как делать, чтобы уведомление пришло? Вот смотри, я нажимаю, вот поделиться. Блин. Фу. Так, куда мне надо заходить? Вот я Вайбер, ну, например, Вайбер. Вайбер. Дим, ты сейчас тут напиши, пожалуйста. Все. Дим, напиши, если ты тут. Please. А, нет, все. Ребят. Ох ты мой. Извините, ребят. Ладно, сейчас. Сейчас, ребятки, сейчас, погодите. Стрим. Ребят, сейчас напишем стрим. Хвастается своим, типа, стримом.
Нет, я не знаю, как поделиться. Я хочу в Ютубе поделиться, но у меня не получается. Вот и я Вайбер скинул, понятно? Ребят, думаю, что... Говно, сам такой. И не обзывайся. Приветик, Бандикс. Да что вам надо? Короче, отстаньте. Напиши, пожалуйста, во что ты хочешь поиграть. У меня есть еще Бандикс. Погоди, сейчас. Бандикс, подожди. Смотри, какие у меня игры. Да, что? Привет всем. Привет. Ну да, это Саня мой друг, а что? Короче, братан, выбирай во что хочешь поиграть. Вот, сейчас, вот, как мы сейчас сделаем Вот, сейчас как-то. Ладно. Короче, братан, пиши, во что ты хочешь поиграть. У меня есть Джелик Джамп, Стандов 2. О, меня кто-то еще смотрит. Ребятки, всем привет! Выбирайте вы, что хотите поиграть. Отстань, блин, Дима. Я тебе позвоню, и мы сыграем в Стандов 2. Окей, чувак, звони. Звоните. Дим, отстань. Вон, у тебя сейчас и так стрим идет, вот лучше... На стриме будь. Ладно, ребят, давайте в Стандов 2 сыграем. Сейчас принять. Бандикс, ты кто? Ребят, я сам не знаю. Ребят, это... Не, ребят, Таня, привет. Это ты, да, был Бандикс? Вот. Да, конечно, ты. Бандикс, ты кто, Дима, написал? Дима, это Саня. Блин, ну так... Ну да. Я в Стандофе. Дима, блин, уйди. Надоел. Меня Дима, короче, приглашает в лобби. А ты сейчас ко мне зайдешь? Да ладно, пусть. Дима, если... Я сейчас... Я хочу с ним попробовать, ребят, сыграть. Сань, поздоровайся. Эй. Поздоровайся. Я только недавно начал снимать стрим. А тебе реально уведомление пришло? Я только недавно начал трансляцию. Сейчас хочу поиграть немного. Заклад... Дима хочет со мной сыграть в Стандов 2. Давайте мы, ребята, его просто сейчас... Сейчас я его на раз-два могу считать. Ну, или не точно на раз-два. Да. Что? Окей. Так. Ребят, сейчас погодите, я его делаю немножечко. Где-то вот так. О, сейчас я могу листать. А! А у меня только 10-й. Ребят, что-то не то. Почему у меня черный экран появляется, ребят? У вас-то не появляется он? Вот у меня он появляется. А, точно, я забыл поставить. Дима. Ребят, Дима меня сейчас мочит. Ну, потому что он не знает, что... Так. Уведомление пришло? Пришло. Всё. О,
Наконец-то. Сейчас. Ребят, наконец-то пришло уведомление. Я такой рад. Вот, теперь слышишь меня? Все. Не, ребят, ну я Mozilla, можно считать. Он даже, ребят, ничего не написал, но ничего. Ух, сейчас будет точненько, точненько. Так, ребят, берем по 350. Ой-ой-ой, Ди, отстань. Ребят, не обращаем, что он там пишет, надоедает. Этот Дима. Уже который раз такой пишет. Ах ты. Ребят, вот он. Ребятки, отходим. Идем. Ебой, ребят, мы его убили. Это было изи победа. Пу-пух. Ладно, ребят, давайте мы купим АКР-ку. И, блин, жалко, что мне не хватает на еще одну гранату. Но ничего. Так, Гоша, ну ладно, пусть будет чирикать сегодня. Я добрый. Ай, граната! Ребят, Диму я пока что не вижу. Может, он пошел на Б. Так, так, так. Б, Б, Б. Сейчас обчищу Б, ребята. Таня, тебе пришло уведомление, да? Ну, о стриме. В Ютубе даже пришло. Все. Да я думал, что ты по Вайберу зашел. А не был вообще? Ну ладно, ребят, он меня один раз победил, и я его один раз победил. Пока что ничья. Так, попугай Гоша, молчите, пожалуйста. А что, ты болеешь? Да. Ты так дышишь. Так, Гоша, блин. Попугай! Попугай Гошка. Ну ладно, звони. Ребят, вы видели его? Да, я его убил, ребят. Ладно, пока, Сань. Да-да. Ну, ребят, кажись, неудачно словить дезертыгл. Да попугай ты, блин. Ребят, я с ним сражаюсь. Ладно, давайте мы у него заберем зеркало, чтобы он мне не мешал. Все. Ребят, ждем тут Диму. Нашего Димонка. Ау, блин. Блин. А. Что ж я так, блин... Ладно. Ребят, кажись, он поставил бомбу на А, но это не точно. И да, его, ребят, тут нема. Он, кажись, сейчас на Б. Ау, ребят, я ударился-то как? Ладно. Так-так-так-так-так. Ребят, сразу проверяем эту нычку. Ага. Ты думаешь, я тебя не замечу? И, ребята, нашу победу снова идет. Победа, ребят. Нормально, нормально. Бандикс. Так. Ребят, Саня мне звонит. Да, Санёк? Я понял.
Господи. Где я не иду? Это без проблем. Я выиграю. 3-1. 4-1. Да, 4-1. Да он изи какой-то. Да он так и скажет. Можно даже не думать. Ты дебил. Если ты дебил и знаешь, что... Да иди ты, блин, сам. Еще обзывает меня постоянно за то, что я... Так, Дима ушел. Ладно, ребят, он меня убил один раз. 2-4. Неплохо. А? Да, я в воскресенье не свободный. Я просто в воскресенье, мы едем в Павлоград. Ну, ты понял, да? Ну, я в Терновку приеду, мы там немного побудем. Ну, на Масленице. А потом мы поедем в Павлоград. Посмотрим фильм, покушаем там чего-то. Насколько я поеду? Ну, точно не знаю. Я у мамы или у папы спрошу. 5-2. Ко мне домой? К тебе домой? Ну, понимаю, братан, понимаю. Да потому что он дебил. Ага. Ладно, Саня, я тебя сейчас приглашаю. А, ты меня уже 1 000 000 раз пригласил, да? О, давай, ребят. Блин, помнишь, как мне в Амете Аркадий везло? Знаешь, сколько мне задонатили? Они там рехнулись головой. Что? Первой попытки. Вы хотите добавить этот аккаунт в черный список? Да-да, добавлю его. Окей. Все. Где тебя теперь 5 минут у тебя железный мех? Список. Я тебя добавил в черный список. Понятно. Где? А? Не, я его на 5 минут, чтоб он ко мне на стрим не заходил и ничего не писал. Да. Почему так мало, я не знаю. А, не, на 5 часов там стоит, на 5 часов. Ну да. Ну ладно, можешь говорить, я не расстраиваюсь. Не, а почему Макс донатил? Он просто купил АКР Спорт, ребят. Что там он еще купил? И, а что ему выпало, Вингит? Я в шоке. Как? Капец, ему повезло. А. Физотеров, мы сейчас просто побегаем, ребята. Я и так иду на буст.
Не туда, ребят, не туда. Эх, у меня вообще маленький буст только что был. Да почему? Что такое? Что у меня за бустики такие маленькие? Ничего себе. Что там забыл? Давай на ножах, а? Блин, на В? Мид, а что это такое мид? А, я вспомнил, да, я вспомнил. Ну, хеллоу, ты где? Ах ты ж такой, засел там, крысюка. Ты с прицелом. Мы ж без прицела, давай без прицела, чё? Я умею тоже такое делать. Как? Ну, я тоже так умею делать. Ну и что, что я ты на АВМ поставил? Оп! Ух ты! Красиво. Это без прицела, кстати. Ты что? На нафиг. Ну, пожалуйста, кто-то зайдите на стрим. Плиз. Ну, меня сейчас мало. Ноль. На, ты где? Что ты там делаешь, а? Перезарядка, факт. Как? Короче, ходим только на А. Ну и что? Да ну блин, ну так неинтересно. И плюс мы один на один. Да ты где? Я не понимаю. Мы только... Стоп, это Б, там А. Да ёлки-палки. Я постоянно путаю. Ага. Да. Понятно. Понятно. Ты куда побежал? Эй! А! Оу, е! Оу, е, бич! Короче, мы сходим только на А. Я тебя не вижу. Ты где? Да фейс! 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 Потому что фейс это счастливое слово. Кот Питер, а, вот кот Питер ко мне зашел какой-то. Уу! Попал. А
Сколько хп? Сколько хп? О! Мне задонатили. 5 рублей. Спасибо, кот Тёмер. Или как ты там? Ты где? А, вот ты. Чё ты забыл тут? Э? Не приседайте, молодые люди. Как? Очень плохое. Чего? Это я без прицела. Чего? Сань, ты видел? Сань, ты видел? Это без... Ай... А. Ачу! Чё, с управлением опять что-то? Ребят, что за мистика? Так ты с прицелом только что был. Ку-ку! Малыш! 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 Так почему ты такой лагучий? Да как? Так, все. Сосредоточился. Тащи. Hello. Ребята, извините за виск. Как тебе попасть? Вот. Пять десять. Да, ну, я не знаю. Может, я тебе потом позвоню. Давайте. Давайте открытый. Ну, как бы у меня тут еще один чувак. Блин, Саня, Сань. Выключение. Успею. Все, успел.